Совместили приятное с полезным. Во дворе дома номер 28 по улице Урицкого прошло сразу два мероприятия. Традиционный праздник «День соседей» и встреча с жителями в формате выездной администрации. На месте событий работала Луиза Егиазарян. Так шумно и весело во дворе этого дома еще не было. Музыкальная программа, анимация для детей, творческие мастер-классы, настольные игры и сладкие угощения на одной площадке. Праздник для жителей устроили депутаты 3-го избирательного округа совместно с администрацией и управляющей компанией ЛГЖТ. Здесь вот за июнь и май месяц были произведены определенные действия по благоустройству территории. Конечно, хотелось бы услышать обратную связь и послушать, что понравилось, не понравилось, что, может быть, стоит дополнить в данном дворе. Ой, замечательно, все очень дружелюбно, весело, и мороженое дают, и пироги, замечательно, всем нравится, вон дети как замечательно танцуют. Пока дети веселятся и танцуют, взрослые заняты делами насущными. Чуть дальше от места проведения праздника работает выездная администрация. У нас здесь на Урицкой школу построили. Да. Вот, она будет платной? Нет, она бесплатная. Бесплатная учеба будет? Это муниципальная школа, никакая плата не берется. Дети учатся там с 1 по 11 класс. Самый популярный вопрос для жителей северной стороны города – реконструкция Наташинского парка. Благоустройство зоны отдыха здесь ждут с нетерпением. Все хотят видеть его хорошим, благоустроенным. Не иметь там только одни дорожки, палаточки. Мы хотим зеленые насаждения. По поводу касаемо сроков. Я вас всех уже неоднократно заявляю, что в сентябре месяце парк. Я заявляю, что официально, что будет открыт. В сентябре месяце вы все будете гулять, там радоваться. Вопросы, предложения и замечания жителей представители администрации взяли в работу. Подобные встречи регулярно проходят на территории всего городского округа. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.